Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня 1 августа. Самое время заняться посадкой клубники. Кстати, погода нам в этом помогает. Всю ночь лил дождь, вчера был дождь, поэтому грядки мокрые. А это значит, что клубника будет приживаться как положено. Супер! Клубника — это травянистая культура, травянистая ягода, которая после того, как отплодоносила, начинает образовывать розетки, которыми мы, собственно говоря, ее и размножаем. И розеток этих может быть великое множество. На одном усе 3-4 розетки. Вот у меня в руках ус клубничный, на котором уже сформировалось 3 розетки. И еще дополнительно растение пробует формировать вот один отводок, на котором снова завязывается розетка. И вот еще один отводок, на котором следующая розетка будет завязываться. Грубо говоря, оно идет и в длину, и в ширину. Старается занять как можно больше площадь. Почему я начинаю посадку клубники именно в конце июля, в начале августа? Для того, чтобы успеть уже в следующем году из этой клубники получить урожай. Если вы посадите вовремя, вот в этот период, то в следующем году вы будете с хорошим урожаем, потому что именно в период августа клубника закладывает цветочные почки. И при посадке, хорошо удобрив, подкормив растение, вы дадите ей шанс плодоносить уже в следующем году. А если вы ее посадите позже, где-то в сентябре, она не успеет из-за того, что будет испытывать стресс, она не успеет заложить цветочные почки. Или же, если они и будут заложены, то они будут плохого качества. Ягоды будут щуплые, нехорошие. Урожай будет мизерный. Поэтому надо спешить. Это мое рабочее место. Тут у меня клубника, которая была высажена в прошлом году. Этот сорт называется Азия. Это очень урожайный сорт, итальянский. Ягода довольно крупная, конической формы. Растение практически не болеет, чистые, хорошие листы. Есть немножко вкраплений, но это после дождя. Это не страшно. Я вырезаю практически все розеточки, но для посадки забираю только первую и в крайнем случае вторую, которая находится вот, видите, на отводке. Это самые сильные саженцы. Самые сильные дочерние растения, которые дадут хороший урожай. Иногда, если эти саженцы небольшие, я могу использовать для посадки в лунку сразу 2 саженца. Теперь, что касается корней. Для посадки надо использовать те розетки, которые имеют белые корни. Если корень розовый, красноватый, он еще недоразвит. Конечно, вы можете посадить такое растение, но для его приживаемости надо использовать в таких случаях корневины, цирконы, то есть любые укоренители, которые помогут развиться этому корню. Теперь поговорим о подготовке почвы для посадки такой клубнички, если вы хотите уже в следующем году иметь урожай. Перед посадкой где-то за неделю нужно подготовить грядку, хорошо ее взрыхлить и добавить хорошую основу в виде удобрений. Здесь, в моем регионе, где я живу, в основном используют куриный помет, потому что рядом есть предприятия, которые продают это удобрение. Но если рассматривать полноценность куриного помета, то он, к сожалению, недолгоиграющий, он недолговечный. Он отдаст аммиачную форму азота, аммонийную, клубника выгонит лист, и на этом питание ее практически закончится. Поэтому, если вы хотите иметь крупную ягоду, то лучше использовать для посадки коровий навоз. Удобрить именно коровьим навозом вашу грядку. Ну и в качестве дополнения, для того, чтобы питание было полноценным, комплексным, надо еще внести суперфосфат и калийное удобрение сульфат калия.
Почему сульфат калия? Потому что сера поможет вам защитить растения от грибковых инфекций. Клубника влаголюбивое растение, ее надо много поливать. Тем более много поливать, когда она только высаживается и приживается. Именно сульфат калия защитит ее вместе с фосфатом или суперфосфатом, защитит ее от грибковых болезней и повысит ей иммунитет. Давайте посмотрим, как выглядит моя клубника, которую я уже посадила. Это мои первые грядки, посадки клубники. Я рассаживаю ее под каплю. Вот видите, посажено по одному растению. Расстояние между растениями примерно 25-30 сантиметров. Потому что кусты разрастаются большие. Если почва удобрена, то кусты будут довольно большими. Расстояние между рядами примерно 40 сантиметров. Для того, чтобы можно было создать дополнительные условия для питания растения, чтобы ему хватало питания. После посадки клубники надо поливать ее примерно неделю так основательно, интенсивно, пока она приживается, потому что растение может засохнуть, если вы не будете поливать. Ну и примерно через неделю еще можно подкормить азотосодержащими удобрениями по листу, для того, чтобы она быстрее развивалась. Сейчас главная задача – нарастить куст, нарастить листовую массу, которая в следующем году и обеспечит вам хороший урожай. Я нарезаю клубничные саженцы вот на этой грядочке. Здесь посажен сорт Азия. Хорошая урожайная клубника. Это первогодка у меня здесь растет. Участок небольшой, потому что мы много клубники сейчас не сажаем. Нам достаточно того, что мы выращиваем. Большие плантации не садим. А здесь у меня растет клубника Роксана. Это более поздний сорт. Но очень вкусный, очень сладкий сорт. Тоже она подготовлена к посадке. Сегодня начну нарезать черенок или розеточку. И буду рассаживать тоже в грядке, подготовленной для посадки клубники. Если вы собрались заниматься клубникой, то лучший инструмент для посадки — это вот такой вот нож, которым я из земли забираю саженцы. Ну и обыкновенный ящик или миска, куда я эти саженцы складываю и потом сразу же высаживаю. Не надо, чтобы они стояли и заветривались. По возможности высаживайте как можно быстрее. Если уже так случилось, что саженец у вас задержался, вы его не высадили вовремя, то нужно приготовить рабочий раствор любого укоренителя и замочить эти саженцы на 2-3-4 часа для того, чтобы повысить их приживаемость, а потом уже высаживать. Если на вашей грядке свирепствует проволочник или хрущ, то тут, конечно, без болтушек, глиняных болтушек не обойтись. Берете обыкновенную глину, разводите ее до состояния такой густой сметаны, добавляете любое инсектицид, который поможет справиться с хрущом и с проволочником, и окунаете корни вашей клубнички, каждого саженца, в эту болтушку. И только потом высаживайте. Это гарантированно защитит ваше растение от съедания проволочниками и хрущами. Хочу сказать, что они очень любят эту ягоду, очень. Иногда бывает такое, что пройдутся по грядке, по ряду и оставят вам, как говорят, рожки до ножки. Поэтому будьте бдительны. Если хотите лакомиться клубникой, надо убивать своих конкурентов — проволочника и хруща. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать о посадке клубники. Надеюсь, ваша погода вам поможет это сделать. И в следующем году, уже весной, вы увидите, что ваши старания не прошли даром. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить интересное видео. Пока-пока!